Музей памяти воинов-интернационалистов «Шурави» отметил юбилей. Четверть века со дня основания. Поздравить музей с 25-летием на торжественный вечер пришли друзья и партнеры. Музей «Шурави» – это как раз то место, которое всегда вспоминаю и с большой радостью, и с большой болью. С радостью, потому что мы сумели сохранить память о тех, кто погиб в Афганистане, кто выполнял свято приказ Родине по защите наших южных рубежей. И, конечно же, с болью о тех семьях, о тех погибших ребятах, которых нет вместе с нами. Поэтому очень благодарен нашему Уральскому государственному педагогическому университету за то, что нашли возможность поддержать инициативу ветеранов войны в Афганистане. И сегодня это то место общения ветеранов войн с молодежью, которая воспитывает гражданственность, патриотизм, стремление служить интересам Родины. Музею я бы хотел пожелать дальнейшего развития, технического оснащения, чтобы музей как можно больше бы отражал культурно-исторические события, происходящие в этот период. В актовом зале Уральского педуниверситета собравшиеся чествовали сотрудников музея. Звучали слова признания и благодарности. Наши профессионалы остаются высочайшими профессионалами. Они филигранно овладели профессией музейщика. Это был первый музей подобного толка, этого, скажем так, жанра. Этого не было в стране. Это был первый музей. Они щедро делятся своими знаниями с региональными, со столичными музеями, помогая создавать эти музеи, помогая формировать коллекции, помогая формировать экспозиции, идеологически просматривать то, что действительно выставлено в этих музеях. Память человеческая – это чрезвычайно важный инструмент цивилизации. Если мы не будем помнить, то мы погрязнем в войнах. Нам с вами есть еще о чем говорить с человечеством. Нам есть о чем говорить с горожанами, нам есть о чем говорить с детьми. И то, что вы делаете, это чрезвычайно важная работа, особенно на современном этапе развития. Университет имеет эту честь и это доверие от сообщества афганцев многих поколений, от семей, всего сообщества воинов-интернационалистов. И мы стараемся поддерживать то доверие, которое вы оказываете. Музей появился в Уральском государственном педагогическом университете благодаря усилиям ветеранов войны в Афганистане и членов военно-патриотического клуба «Авангард». Миссия музея выражена в его девизе «Памяти павших ради живых во имя правды». Война в Афганистане должна считаться в нашей истории почетной. Она должна быть и оценена на сегодняшний день по-другому. И люди, которые принимали в ней участие, они сегодня составляют в жизни нашего государства большой, такой мощный, хороший костяк их ребят. Они сегодня задают тон в патриотическом воспитании, во многих событиях, которые социальных, политических. Люди, которые прошли Афганистан, они на сегодняшний день являются патриотами до конца своего государства. Музей отличный, музей воспитывает всех, о нем знают во всей России. Я желаю вот музею, его сотрудникам, руководителю, кто оказывает помощь, это руководству Государственного педагогического университета, только процветания и удачи в это наше хорошее время. Музей «Шурави» знает каждый афганец, который живет в Свердловской области и в городе Екатеринбурге. Сколько я знаю, каждый побывал здесь и не один раз. Здесь участники афганских событий, воины-интернационалисты, выполнявшие свою интернациональную миссию в Афганистане, видят своих товарищей, побратимов, с теми, с кем служили. Буквально каждый стенд говорит об их службе в Афганистане. Люди вспоминают свою юность. Сейчас уже самым молодым, по-моему, лет за 50 уже,
которые там служили в Афганистане. Я туда входил, в Афганистан, в 80-м году. И очень интересно увидеть здесь экспонаты, которые связаны именно с боевыми действиями. После обновления экспозиции стало все более наглядно, более интересно и более информативно. Это очень ценно для посетителей музея. Я знаю, что еще у многих афганцев еще остались вот эти вот реликвии той далекой войны. Вот. И призываю всех, вот, кто имеет эти реликвии, принести их сюда, в музей Шорави, чтобы сделать их достоянием гласности для всего населения Екатеринбурга и жителей области, которые посещают этот музей. Юбилейная дата стала поводом для долгожданного ремонта и обновления экспозиции, которую провели мастера Уральского регионального института музейных проектов. Работая на военной кафедре в пединституте, был организован музей Шурави. А так как я связан с некоторыми военными вопросами военной кафедры, по приглашению, по желанию, как говорится, я принимал участие в строительстве, в оформлении данного музея. Мне в данном случае, конечно, приятно присутствовать на таком мероприятии, посвященном 25-летию со дня его образования. Как говорится, кстати, уместно и очень хорошая посещаемость. Желающих много. Так что экспонаты прибавляются, увеличиваются, улучшаются, конечно. И сама обстановка здесь совсем другая уже. Так что тут интересного очень много. Ну, пожелать все, что можно будет. Музей – это наша гордость. Здесь наша душа живет вместе с нашими ребятами. Я вначале сюда приходила с таким вот, вы знаете, вот как аршин проглотила, комок в горле. Ну, и всегда так вот, со слезами на глазах, конечно. Ну, здесь я говорю, вот души наших ребят. Дай Бог всем, кто создал, художникам, всем, кто создавал вот здесь вот это, все свое лепту вносил, все. Доброго здоровья за память. Всем хорошего. И вам тоже доброго здоровья. Александр Карпушева, Василий Васильев, Леонид Кичигин, Олеся Стариченко специально для УРГПУ.